традиция уже два десятка лет. Объявляют дожди на этой местности, но дожди проходят мимо. Полностью обходят стороной. Это уже такой должен быть циклонище, чтобы и сюда что-нибудь капнуло и не промахнулось. А так вот это классика. То есть дожди мимо, а если что-то и брызнет, то чисто чтобы, ну так, сорняки проросли еще, какие-нибудь болезни на винограде, миндале, персиках и так далее появились, чтобы, как у нас говорят, нарубить росу, а не дождь пройдет.